сразу несколько москвичей. Лидеров 800 метров. Скоро будет километр. Ну, давайте все же за Егором последим. Потому что, по-моему, началось у него западение скорости. Насколько критичное, сейчас узнаем. Да, уже серьезно. 44! Пропустил, но что-то в районе 3:10. Ой, а Егор все вырубило. Не своим темпом побежал. Да. А еще целый километр мучиться придется. Да, 50 секунд круг. 3:35 первый километр. Ну да, все, ему плохо. Ну вот. К сожалению. Ну, зря он его заводит. Есть у меня ощущение, что Егор может сойти. Потому что километр в таком состоянии протерпеть невозможно. Четыре круга осталось. Все, добавляй, добавляй. Серафим, держись с ним.
Давай, вагон сил, давай. Серафим, держись. Круга. Давай, пора. Кстати, больше никому не отдам, а то ходить не в чем будет. Лидер 7.09. Где там Макс? Да, надо добежать, Макс, ну 7.16. Хорош. 7.22. Серафим. Егору еще целый круг. Серафима 7.32. Мои кроссовки 7.34. Егор кружочек. Кружок, последний кружок. Все нормально. Давай. О, Господи, уже не бежи, да. Все жестоко. Ну ладно, не будем снимать мучения спортсмена, этот результат будет близкий к 9 минутам.